Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Этот видеоролик предназначен тем, кто хочет в этом году собрать свои семена с цветов и реже ходить в садовый магазин. Вот сейчас отцветает гвоздика бородатая, и пришел тот период, когда нужно за ней наблюдать, потому что на некоторых головках уже созрели семена. Если головка отцвела и вот такая, с закрытыми семенными коробочками, то нужно еще чуть-чуть подождать, день или два, но следить за ней тщательно. Когда вот так вот откроются вот эти, видите уже дырочки, откроются семенные коробочки, то есть опасность, что при любом порыве ветра они высыпятся на землю и вы потеряете семена. Вот когда вот в таком состоянии, то нужно эту головку полностью всю срезать и унести, положить на лист для дозаривания у себя дома. Если они высыпятся, то оно высыпятся пусть у вас на листик, потому что они... Сейчас я достану одну. Потому что они уже полностью готовы. Если она приоткрылась, вот они, видите, черные семена, то значит уже полностью вызревшие у нее семена. Это вот гвоздика бородатая. Очень красивый цветок. Вы соберете эти семена и буквально в этом же году, сейчас осенью, под зиму, я расскажу вам, как ее посеять. Никаких проблем с посевом нет. Просто разложите в бороздке, прикроете землей и все. На будущий год она сама взойдет. И дальше будем там говорить о ее дальнейшем уходе. Но сейчас я сняла этот видеоролик, всем разошлю, чтобы напомнить. Пришла пора собирать семена гвоздики турецкой. Выискивайте вот, которые уже поспели, вот такие. Срезайте полностью вот эту вот все. И домой на просушку. Потом просто возьмете вот так вот ее, вытрясите, вылущите семена и в пакетик. Все. Сегодня же сниму видео, как собирать семена с гвоздики травянки, как семена собирать с люпина и с аквилегии. До свидания. Вот эти семена, которые вы соберете со своих цветов, это самые лучшие. У них стопроцентная всхожесть. Они свежие, они вызревшие. И никаких проблем у вас с посевом цветов не будет. Вот эти вот у меня цветы растут на улице, у меня на дороге, за домом, за оградой. Все они посеяны из своих семян, прекрасно растут, цветут. Каждый год радуют и меня, и прохожим своим цветением, прохожих. Все, заходите ко мне на страницу в Одноклассники. Все о том, как собирать свои семена с цветов, я там рассказываю. Буду писать статьи, сейчас пока снимаю видео, писать некогда, но видео тоже это очень хорошая, ценная информация для новичков. Набираете Ольга Чернова в Одноклассниках, город Бийск, Алтайский край, и вся информация будет вам доступна. Добавляйтесь в друзья, делаю рассылку всех видеоматериалов и статей.